1 мая в Хасавюрте прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию праздника весны и труда. На территории мини-парка у центрального фонтана прошли выступления творческих коллективов городского центра культуры. Поддержать праздник пришли представители муниципалитета, начальники отделов и управлений, представители общественных объединений, депутаты городского собрания, депутаты Народного собрания Республики Дагестан Якуб Умаханов и Резван Галоев, директора городских школ и детских дошкольных учреждений. С приветственным словом к присутствующим от имени главы города Зайнутдина Акмазова обратился первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. С праздником весны и труда! Поздравляю вас с наступающими праздниками! Всех вам благ, удачи, счастливого времяпровождения сегодняшнего праздника! Для горожан и гостей города была подготовлена насыщенная и интересная концертная программа. Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву может считаться народным. Время наполняет его новым содержанием. Для людей 1 мая символизирует весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Казали ты солнцем за гладью озер золотые поля. И в первых словах навсегда остается земля, где я вырос, Россия моя. Объединяет эта дата всех, кто любит родной город и старается своим плодотворным трудом сделать его изобильным и благополучным. Поздравляю всех с праздником весны, пусть в душе будет тепло и сбываются мечты. Отлично. Празднования 1 мая продолжились на центральной площади имени Зайналабида Батырмурзаева. Начало всей линейки выступлений было положено с флешмоба, посвященного чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. Все спортивные школы, клубы, объединения, именитые спортсмены и ветераны спорта собрались для представления своих учреждений, воспитанников и завоеванных наград. Более 1000 спортсменов демонстрировали свои умения и навыки. Далее прошли выступления детского хореографического ансамбля «Эхо гор» и более 35 школьных творческих коллективов. В промежутке между церемониями были вручены почетные грамоты лауреатам фестиваля «Город талантов», прошедшего в недавнем времени во Дворце культуры «Спартак». Кроме того, на площади были развернуты выставки работ учеников детской школы искусств, художественной школы и подопечных эколого-биологического центра. По традиции была организована бесплатная раздача мороженого и развернуты торговые площадки с сопутствующими празднику товарами. Общественную безопасность во время проведения праздника обеспечивали более 300 сотрудников правоохранительных органов. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».